О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече с вами была русским коллегой. Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали... Русияның дәүләт телеканалында шок олай яшанып. Каналын редакторы эфирдә антимухарбе плакаты калдырып, Русияның дәүләт телеканалы олан Биринчи каналда хәбәрләрен охунышы заманы дикторын архасында Украина илә мухарбе әлеһенә плакат калдырылып. Сонрадан бәлле олып ки, плакаты калдыран каналын редакторы Марина Овсянниковадыр. Оның эфирә чыкмадан өнчә видеоя алдыгы мөрәҗәт дә яйылып. Мария Овсянникова мөрәҗәтендә Русияны тәҗавүзчар адландырыр. Украинада җинаять төрәдилде ve günahkarın Putin olduğunu bildirir. Dövlət telekanalında işləyərək Kremlin yalanlarını yaydığına görə utandığını deyir. Ovsyannikova bildirib ki, atası Ukraynalı, anası isə rusdur və o, bu iki xalqın qardaş olduğuna inanır. Maria Ovsyannikovaya artıq saxlanılıb və ona hərbi senzuraya dair yeni qanunla cinayət işi açılıb. О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Границы не должны пострадать от введенных Западом агрессий. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек – Владимир Путин. Мой отец украинец, а моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной